Всем привет. В общем, хотелось бы поговорить о том, что в 2023 году, а именно летом, у многих сталкиваются, ну, в общем, у многих приложений, таких как Google Pay, который уже давным-давно не работает, а MirPay постоянно лагает, рейтинг его падает до 2,7 звезд. Вот. Ну и, в принципе, заменив телефон, вы сталкиваетесь с кучей проблем и ошибок, которые возникают во время того, что вы не можете оплатить покупку. То есть там стоит какое-то ограничение, там некорректно работают мобильные данные, либо же у вас просрочен сертификат, либо само приложение начинает лагать. Ну, в общем, мерзко и уныло получается, когда вы задерживаете целую очередь, они матюкаются, подходят сами, и у них начинаются такие же самые траблы, такие же самые проблемы. В общем, что бы я хотел порекомендовать вам? Старый проверенный способ – таскать с собой карточку. Но зачастую у многих нет карточки физической. Либо она большая, либо вы не знаете, как обойти. Ну, такое, как бы это сказать, немного… В общем, не хотите таскать с собой кошелек, карт-холдер или еще что-то, но всегда таскайте с собой телефон. Есть решение этой проблемы. У меня с оплатой всегда все нормально, потому что телефон у меня куплен давным-давно. Это в основном новые. Часто запрашиваю сертификацию, часто не все разрешения стоят у людей. Из-за этого получаются проблемы. Стоят ограничения от банков на определенную сумму, где нужно вводить пин-код. Некорректно срабатывает эта вся система. Ну и косячное приложение MirPay. В общем, как решить эту проблему? Легко. Вы не хотите с собой таскать карту. Без проблем. Вы не хотите с собой таскать кошелек. Тоже без проблем. Вы всегда носите с собой телефон. Вот решение вашей проблемы. Допустим, есть ваш телефон. Вы можете заказать даже на один счет себе и родным вот такие вот замечательные стикеры. В данном случае от Альфа-банка до 30 июня. Их можно заказать совершенно бесплатно. Это, по сути дела, та же самая карта, только миниатюрная. И единственный ее нюанс, тут, кстати, инструкция, как правильно пользоваться, как активировать. Один раз настроили и забыли. Вот, в принципе. Наводите на QR-код, спокойненько берете, читаете инструкцию. Ну, в принципе, девочка в банке вам без проблем объяснит. Такие же есть у Сбера, такие же есть у многих банков. То есть они могут быть даже подвешены на один, либо на разные счета, либо иметь отдельный счет. Это, по сути дела, миниатюрная карта, которую выламываете как симку, приклеиваете на телефон, на чехол, либо напрямую на телефон, отключаете у себя NFC, оплату картой, и пользуетесь, бед не знаете. Единственный нюанс, о котором стоит не забывать, что это обычная карта. То есть ее можно случайно куда-то приложить свой телефон, и оплата пройдет, если есть там деньги. Вот как вам такой вариант? Пишите в комментариях. Надеюсь, номер карты я свой не спалил. Ни одной, ни другой.